Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь кто? Казуку Фэмили. Все присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Нам нужно освободить капитана Маршала. Так, а почему у меня... У меня есть патроны, у меня не уебанские. Так, не забывайте про лайки, готовьте чаёчек, кофеёчек. Может уже даже напитки, потому что жарко. Что здесь, что в игре? Ну ладно. Я знаю, как нам выбраться. Черт, охранная система снова включилась. Мне нужен силовой модуль от маяка. Вперед! Цель принята! Нихуя себе ты передвигаешься, блядь, Вася. А ты не охуел? Подхожу к группе. Нихуя себе начало стрима, блядь. Пошёл нахер! Блять! Меня еще мышка, блять, карантин. Я вообще, блять, по оборудованию на школьника похож. Который... Какой-то мамин стример. Где, блять? Отлично, пошли. Ты такой... простой. Пошли. Ты хотя бы автомат у них бы. Я знаю, куда идти. Мы прорвемся прямо через двор. Вот у меня логика. А не, слушай. Умный паря взял автомат. Да ты крутой, блядь. Сюда. Хотя бы, блядь, искусственный интеллект в рейче. Не тупой. Ну. Хорошо, пошли. Да окей, окей. Погнали, чё? Я-то чё? Я не против, братан. Бери, что нужно. Так, ну хорошо. Прикрой меня во дворе. Чё, блядь? Стражи идут через двор. Вижу цель. Там... Стражи. Он так говорит, но вот это Стражи Галактики, блядь. Да сдохни ты, мразь. Нихера себе. Хорошо, пошли. Куда? Нифига, блядь, начало. У меня, блядь, игра выдает под 20 FPS, блядь. Да ё-моё, ну. И что, что дай? Только ваш убит будет, вы все будете убиты. Свиньи. Да подожди. Кто, где? Слышал, чё? Ах ты сука. Блять, он сейчас мужика бы завалил нахер. Раз. И найди способ открыть дверь. Ищу, ищу, брат. В смысле? Какую дверь, мать его, так? Какую дверь? А, наверх. Твою мать, я не сразу могу среагировать, сука. Подожди. Епический колышмет. Подожди, а что здесь? Это что такое? Это... А, то есть я должен сейчас догадаться, каким макаром я должен найти выход. Каким макаром? А вот это вопрос. А...
Во! Отлично. А какая дверь деактивировалась? Обе. Это хорошо. Прикрой меня, пока я ставлю эту штуку. Какую штуку? Да ты заколебал. Это что за... У нас гости. Херобора. И... 12 часов. Перейти к атаке. Что я с этим должен делать? Да сдохни ты, мразь! Кстати, ребят, если кто не в курсе, это мои первые впечатления. Игру я играю не второй раз, а первый. Так что сюжет я вообще не знаю. Мне интересно, чё. Главное, что интересно. Я вообще не гонюсь за, так сказать, за технологиями. Мне главное, чтобы игровой процесс был интересный. Ну и... Сколько можно этих чертей убивать? Чё? Ну хотя в бочку попал, и то радует. И чё? Всё? Это вся оборона? Или это шутка? Я перегрузил модуль. В укрытие. А, значит, ты открыл. Это хорошо. Сюда. Это хорошо. Ни хрена ты, терминатор. А мне? Я могу взломать пульт управления, и мы выберемся. Попробуем вот так. Нифига ты мастер на все руки. Оу. Сломался. Я выберусь, но тебе придется поискать обходной путь. Иди к Элизабет. Встретимся у нее. Чего? Да вы заколебали. Где вы, черти? Твою мать! Бум. Пока. Нам куда? Куды нам? Откуда? Я понял. А куда нам рвать когти? Сюда? Нет. Не сюда. А куда когти рвать? Куда нам когти рвать, алё? Через ворота, что ли, или через что? Ничего не пойму. Мы же уже подняться не сможем. Подожди. Может, нам имеется в виду сюда? Нам же не назад валить. Это было бы, наверное, слишком тупо. Или нет?
или куда нам валить? Нам же игра не даст. Уже. У нас же весь проход уже все обосран. Почему? Почему, когда я пытаюсь что-то нормально проходить, получается какая-то лажа, а? Твою мать. Я нихера не пойму, как выбираться из этого здания. Значит, где-то на улице, да? Подожди. А откуда мы пришли? Так. Я теперь запутался и не могу выбраться. Точнее, вниз. Ну. Подожди-ка. Ну, допустим, мы прём... сюды. Тут у нас сраные тупики. Кроме чего? А кроме ничего, да? Полная жопа. Бляха-муха. Блять, а могли предупредить, что тут проход открылся, нет? Или я должен был догадаться, что чувак выбьет дверь? Да. Ладно. Чего, блять? Это вода так журчит? Стоп, чё-то мне это место до жопы знакомо. Это не начало уровня? Походу, начало, да? Ну да. Здрасте, до свидания. Вот мы и пришли. Да что такое? Да блин. Блять, я уже путаться начинаю. Где было начало уровня? Вот это? Или какое? Или наоборот? Стоп. Опа-на. А тут приколюхи. Ладно, подожди-ка. Приколюхи нам не нужны, нам нужно выбраться. Выбраться? Са-ца-ца, это значит... Блять, я реально запутался. Как можно в этих уровнях, блять, запутаться? Твою мать. Ага. Значит, начало уровня где-то здесь. А здесь это где? Этот уровень, что ли? Не пойму. Подожди. Здесь. Здесь. И... Что за фигня? Понятно, я, блядь, эту подземку тут не заметил. Ох, как же это геморно, а?
капитан Маршал. Чё? Серьезно? Ёперный театр. Ну, валим отсюда, чё сказать. Едем мы отсюда нахер. Так. А враги откуда-то появились бы. Эй, подожди. Ты уничтожаться, сука, будешь или нет? Вот и все. Подожди-ка. А-а-а! Где у нас гранатомет? Подожди. Подожди-ка, это четверка или нет? Блять. Подожди-ка. Вот и все, в чем проблема? Ха-ха, лохи. Не знаю, что это было, просто валим и все. Луч солнца золотого. На-на-на-на-на-на. Ага. Ночь пройдет, пройдет и утро ясное. Блин, вот так именно вот. Чего? Серьезно? Вали их нахер, ну! Бляха-муха. Ах ты шайтан, а? Подожди, там еще трое. И где они? Где эти трое шайтанов, а? Давай, 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 ну! Ну! Твою мать! Вот это бесит меня! Ну валишь ты его нахер! Еще двое! Ну! Скоро тебе пиндеху будет. Подожди, я не пойму, что это за черт? Чё, блядь? Ты кто, блядь? Ебучий случай. Слышь ты! Ну вот и все. Надо потом обязательно смонтировать нашу детку. Так. Подожди-ка. Я не оставляю все просто так. Пока, мужик. Бесил ты меня. Подожди. Тут, видимо, не один бесит. А куча таких говнюков бесит. Вообще, первый раз, когда Rage вышел, это была просто революционная игра в том плане, что открытый мир, новая... Отличная работа. Капитан Маршал прибыл. Возвращайся как можно быстрее. Ну, я это и делаю, как бы, блин, представляешь? Так.
Так, 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 ремонт сделать, давай. Да. Окей. Источник. Это уже контролирует эти? Ёпара. Похоже, они тебя ищут, приятель. Жестко. Они нас ищут, ё-моё. Эй, так держать. Каждая машина бандита — это деньги. Хорошо, так. Даже сейчас теперь вниз можно спуститься? Или нет? Рад снова видеть тебя. И еще раз спасибо. Элизабет сказала, ты человек надежный. И сочувствуешь нашему движению. Ты помог мне вырваться из тюрьмы. Теперь правительство узнает о тебе. Оно быстро поймет, что ты из Ковчега, и станет разыскивать тебя. А я никому не советую попадать в цепкие лапы правительства. Так что выхода у тебя нет. Добро пожаловать в сопротивление. Мы боремся с правительством всеми силами. Нас мало, но мы преданы своей цели. В этом мире информация — сила. Кстати, насколько мне известно, твой персональный диск остался в Ковчеге. У любого выходца из Ковчега есть личный диск, на котором записаны важные данные. Координаты ковчегов, складов, коды ДНК и многое другое. Каждый диск содержит свою часть общей картины. Нетрудно догадаться, что как правительство, так и сопротивление охотятся за этими дисками. И чё? Времени очень мало. Раз они знают о тебе, они будут искать твой ковчег. Срочно вернись туда и найди свой диск. Ты понимаешь, насколько это важно? Как будто вы мне выбор даете, да? А как листать? Понятно. Хорошо. Диск привязан к ДНК хозяина. Mm-hmm. Найди биосканер системы безопасности и воспользуйся им, чтобы получить свой диск. Торопись. Не теряй времени. Нужно найти этот диск. Информация на нем очень важна для сопротивления. Не, ну графика тут даже на низких симпатична. Вот если брать графику, то на максималках будет выглядеть, ну, очень симпатично. Так, ладно. Все это, конечно, очень круто и интересно. Но пора все делать, как говорится, по сюжету. Так. Как говорится, чем быстрее пройдем, тем быстрее... Так, настроить. Мы окраску можем поменять? Тема патруль. Да, блядь, я думал, череп будет. Не, я так не хочу. Так. Эвакуатор. Если бы я еще знал, как этот эвакуатор вызывать, блядь. Ладно. Все. Возвращаемся назад. И летящий вдаль беспечный ангел. Призной на базе сообщает, что в регионе замечена активность правительства. Не знаю, что происходит, но будь осторожен. Песок. На-ра-на, ту-ру-ту. Мы ходили и бродили. На-ра-на, ту-ру-ту. Мы получаем сообщение об активности правительства в регионе. Будь начеку. Ага. Значит, эти говняки будут охотиться еще теперь на открытой местности, да? Правительство что-то замышляет. К северу отсюда видели большие транспортировочные носители. Поторопись получить данные.
Ага, то есть они еще эти говнюки могут... Чего? Так вот, откуда эти говнюки полезны. Так. Понятно, значит, эти говнюки уже здесь. Он же суки. Так, подожди, а мне... Как увеличить прицел можно? Секундочку. Прицел. Так. Управление техникой, это понятно. Кулаки. А, это единственное приближение. Ну зашибись, что сказать. Так, подожди, а. О, а на роботах это неплохо это. Действует. Довольно круто. Так. Значит, получается, нам с этими говнюками сражаться по новой, да? Твою мать. Подожди, сюда. Идентификационный диск извлечен. Серьезно, так легко? Ты, блядь, кто? Нахуй иди. Нахуй иди. Ты кто такой? Бланище. Кто это такие? Огонь по врагу. Нравится, сука? Еблан. Чего, блядь? Нихуя их там. Так, и что теперь, вернуть этот диск и все на базу? И вся миссия? Блин, я не знаю, знаете, вот такое ощущение... Когда играешь уже во много игр, у тебя ощущение... Ладно, не буду говорить... Нет, я скажу, потому что я не хочу молчать. Настолько привыкаешь к всем этим заданиям, выполнениям. Знаете, вот просто ты понимаешь, что игра, она клишированная. Будь то всякие там ассасины новые... Не знаю, Бэтмены новые, они так. Серьезно, опять? Опять вы нам не даете это? Инфриты ваши собрать, да? Подожди, а в этот раз сколько нужно собрать этих штучек-дрючек? Все, всего два. Серьезно? Ну и насрать. Мы вообще по заданию идем. Так вот, я заметил, все гонки похожи друг на друга. Ничего оригинального разработчики предложить не могут. Вот я в Rage играю. Короче, есть привкус такой херни. Ой. Но я не говорю, что... Так, а если урона нету, нафига нам тогда? Слушай, друг, говорят, тебя ищет правительство. Лучше бы тебе линять отсюда. Жаль отпускать, но будет хуже, если тебя схватят.
Логично. Так. Блин. Нам в бары идти надо, да? Слышал много? Какие? Какие? Говорят, правительство может разместить в городе гарнизон. Это очень плохо для нас, и тем хуже для тебя. Ну, окей. Так, ты ничего не скажешь, да? Ну, тогда просто валим. Чуваки, вы там где? Замечательно. Ты незаменим для сопротивления. Как только вернемся на базу, я передам этот диск Лассарду. Он сумеет расшифровать данные. Угу. Но время работает против нас. Здесь ты подвергаешь себя опасности. Но... Ладно, расскажи ему. Есть одно незаконченное дело. Меня схватили на пути в старый исследовательский центр в мертвом городе. Я искал информацию о том, что правительство делает с мутантами. Да, сообщают, что правительство перепрограммировало нанотриты, чтобы управлять мутантами и делать их еще более опасными. Я считаю это вполне вероятным, но неизвестно, как далеко правительство продвинулось в своих разработках перед тем, как покинуть город. Эти данные очень важны. Возможно, процесс обратим, но для этого нужно знать суть экспериментов с мутантами. В худшем случае, эта информация поможет открыть людям истинную сущность правительства. Друг, добудь их. Мы не можем уйти без этих данных. Так. Копия данных хранится на одном из старых серверов. Но чтобы добраться до них, нужно попасть на верхние этажи исследовательского центра. И найти серверную, вероятно. Найди эти данные, и сопротивление будет у тебя в большом долгу. Справишься, друг? Да. Помни, правительство знает, что ты рядом, и будет искать тебя. Все, что нужно, возьми из того ящика. Действуй быстро. Угу. Вы такие умные, ну да ладно. Будем делать, будем жить, будем квесты выполнять, чтобы по сюжету продвинуться. Так, а там объявления, новые побочки появились. Ой, идите нафиг с караваном. Так, надо патрончики посмотреть. Посмотришь на мои товары? Ханесна посмотрю. Так, вот что торгуем. Тут у нас? Эми-гранаты. Есть что-нибудь здесь? Нет. По-моему, нет, да? Нет. Нет. Приятно иметь с тобой дело. Спасибо. Так. Ладно, погнали тогда. По сюжетке. На побочке можно забить. Ох, какое небо красивое. Прикольно. Ты явно что-то затеваешь. И чё? Будешь злить правительство, у нас будут проблемы. Какие вы умные. Проблемы, проблемы, правительство. Блин, я уже заколебался по городу передвигаться. О, допрыгнул. Стоп! Тут же тупик, да твою же мать. Зачем я перепрыгивал в грёбаный тупик, а? Ебануться. Я еще и по низу поеду, зашибись. Я впечатлен, конечно, открытым миром Рейч, но, блин. Ё-моё. Да идите в баню.
твою мать, подожди. Хотя же куда пешком сюда торопиться или куда? Так, подожди. Серьезно, они исчезают, как только я выхожу из машины? Лошара. Ну ладно. Блин, это настолько скучная локейшн, что я даже не назвал бы ее. Где что происходит? Что тут за дичь происходит, а? Полная дичь. Да. Мутанты. Чё за... Ты чё, сука? Подхожу. Куда ты подходишь, блядь? Педик. Подожди, их там два было? Где второй? И все? Блять. Тут еще нацелиться нормально надо. Чего, сюда, что ли? Опа. Ну. Прочесать местность. А где второй? Получил говносос. И где он? А кто целится-то, блядь? Блять.
Да ладно. Один был или нет? А куда дальше-то? А, я помню, мы тут босса валили. Враг остановлен. Ага. Они, значит, тут снайперов. Стоп, подожди. А где еще один хер был? Там же ж где-то. Опа, перекат сделал. Жалко, я так не могу, ну да ладно. Так. Пам-пам-парам-пам-пам. Нам сюда? Тоже ничего нету. Подожди, нам не сюда. Это так. Блин, как я не хочу по этим шароёбицам местам, я ж... Сука, откуда? Чуть в снайпера не поп... Блядь, еще один. Хера себе их тут. Снайпера, блядь. Так, подожди. Сюды? Или куды? Подожди. Какой-то жесткий был тип. Временно. Да, пострелять не дали, да? Печалька. Ну ладно, топаем дальше. Бля, не люблю закрытые пространства. Начинай. Поиски, блядь. Контакт с врагом! Дави его! Пошел ты в баню! Попарься! Блин, еще какой-то. Цель принята. Какая, блядь, цель принята? Чего, блядь? Откуда? Ты что там заныкался, сука? Цель, блядь, у него принята.
и все? Вот это все уровни проходить. Подожди. А какого хрена? Серьезно, нам сюда? Через это. Чё за херня? Твою мать! Один убит! Подходи с фланга! Выживи его оттуда! Вот чёрт! Страшно, блять! Где еще один придурок? Что это такое? Лампа Аладдина, что ли? Подожди, как выбираться из этой тупой локации, а? Каким образом? Просто выше не получится. Так, доставить данные. Тут тоже, наверное, какая-то трешня начнется, да? О-хо-хо. Мне эти улочки прям знакомы. Оу. Подожди-ка. Подожди-ка. Готов? Где? Хера себе, я их просто не заметил. Твою мать. Сука, этот говнюк прячется. И куда нам топать? Куда валить-то, а? Твою мать! Ты куда пошел? Дроп никогда не... Подожди, внизу что ли? Ну, естественно, внизу. Где же еще может быть? Так, подожди. Стоп, мы так сократили или что? Нифига тут здание. Цель принята. Стоп. Танты.
Воу. Ага, понятно. Значит, сколько? А, ну понятно. Значит, через 20 минут можно заканчивать, да? Твою мать. Это что за херня? Сейчас вы, блядь, построитесь у меня, блядь. Куда ты пошел? Я не закончил с тобой, говнасос. Нихуя ты живучий. Три ракеты, блядь, у этого говнасоса. Стоп, подожди, а куда? В пещеру? Серьезно? А нафига? Контакт с врагом. Блять. Брат, тут замутил. Это что за хуйня? Что за хер? Что это, блядь, за хуйба? Ты кто? Ты что, босяра был, что ли? Не пойму. Нихера себе тут типы появляются. Охереть. Подожди, а куда? А, понятно. Да, это прям было жестко, неожиданно. Прям таки. Даже для меня. Опять эти машины нахер. Ладно. Где враги? Сейчас, наверное, доедем до того места. И нафиг заканчиваем тогда уже. Это... этот стрим. Да ёпарасете, блять. Вали уже быстрее на точку соприкосновения. Мне пофиг, какая там территория бывает. Мне главное доехать до точки к точке. В принципе. Подожди-ка. Сейчас попробуем так доехать. Без перепрыгивания, или как это называется. А, перепрыгивание это там. Это не здесь. Ну и хорошо, что там. Так. Ну, мы практически доехали. До точки. И это хорошо. Два процента. Окей. Так. Я ж надеюсь, с ними ничего там не произошло. С нашими ребятами. А то мало ли. Их там не поймало правительство? Благодаря твоей находке, мы теперь знаем все о смертоносных планах правительства.
Это серьезный удар для него и большая удача для нас, поверь. Элизабет в тебе не ошиблась. Должен признать. Нам пора в дорогу. Элизабет отправилась заранее, чтобы подготовиться к нашему прибытию. Не волнуйся о вещах у гаража. Все будет в целости и сохранности. Но сами мы должны уехать как можно скорее. Награда за твою голову будет только расти. Мы применили шифратор. Это поможет замаскировать наш уход. Если ты с нами, тогда возвращайся сюда. Уйдем вместе. Ну, ты готов идти? Подземка. Ну подожди, я еще не готов. Это может быть уже на следующем этом. Ладно, как знаешь. Но я не могу ждать вечно. Сделай, что должен, и скорее возвращайся. Не, ну если мы уже не вернемся к локациям, это, конечно, печально будет. Если мы к локациям вообще не сможем вернуться. Так. Посмотришь на мои товары? Да. Все давай. Самое лучшее. Посмотрим. Так. Подожди. Припасы. Ни припасов, ни прибамбасов, да? Приятно иметь с тобой дело. Так, я думаю, мы сделаем отдельное сохранение. Ходят слухи, что тебя ищет правительство. Не надо охрана каравана, я не хочу. Так. Мы сделаем сохранение лишнее. То есть, если там будет выбор, если мы не сможем вернуться, это хреново, конечно, да, хреново. Так. Два сохранения. Так, что, перезаписать мертвый город, что ли? Источник. Вот, источник, источник. Ага. Так, сейчас посмотрим, это сколько получается. Ага. Так. Ну, ты готов идти? Ну, давай попробуем. Наверное. Отлично, идем. Вестленд. Ого. Хорошо, что ты теперь с нами. Еще пару дней, и правительство сцапало бы тебя. Но знаешь, как говорят, из кипятка да на сковородку. Так вот, милости просим на сковородку. Ого. Прикольные тут виды, однако. В плане постановок прям такие тут, да. С тех пор, как я вылез из ковчега и увидел, что творит правительство, я только и делаю, что борюсь с ним. Никто не знал, что после падения астероида будут такие последствия. В кои-то веки у нас был хороший план и достойные люди. Но генерал Кросс изменил время подъема нескольких ковчегов, в которых были его друзья. Он сбил человечество с пути. И теперь наш долг — все исправить.
Ха. Это полумесяц. Точнее, его обломки. А наша база под ним. Ого. Ничего себе. Что-то китайское, да? Подземка. Давай, иди сюда. О, что-то громко-то, мать твою, подожди. Наша база за этой дверью. Ну погнали, чё. Чувствую, будет... Будет приколдес. О, у него протез. Приколдес. Давай, удиви. Лассард, это Маршал. Код 1228. Понял, капитан, с возвращением. Вижу, наш гость здесь. Сюда. Ого. Шаттл прям какой-то. Добро пожаловать в наш скромный дом. Тут бардак, но нам нравится. Ага. Внимание, бойцы. Хочу представить нашего гостя. Как вы уже знаете, он из Ковчега. Парень не промах. Знаю, он вам понравится. Ему можно доверять. Видишь, тут повсюду обломки Ковчега. Когда-то в нем лежал я. А теперь Лассард использует его как наш мозговой центр. Добро пожаловать. Да, сэр. Это ковчег капитана Маршала. Я перенастроил его, чтобы отслеживать перемещение сил правительства и поддерживать связь с нашими людьми в пустоши. Прекрасно. А Элизабет, ты уже знаешь. Рада видеть, что у тебя все в порядке. Вообще-то, доктор Каденс. Она выясняет, что именно правительство делает с мутантами. Шаг за шагом, я ближе к разгадке. А это Джек Портман, наш оружейник. Эксперт во всем, что стреляет и взрывается. Верно, друг. Для меня каждый день здесь праздник. Особенно, если прикончим кого-нибудь из людей правительства. А-а-а. И, наконец, Сол. Он держит гараж прямо у нас над головой. И следит, чтобы никто не проник к нам без приглашения. Он уже ждет тебя. Иди познакомься с ним. Итак, запомни кое-что. Подземка, что над нами, это тебе не источник. Эти люди ходят по лезвию бритвы, стараясь не вызывать подозрений правительства. И в то же время помогать нам. Местный босс, Редстоун, сдаст тебя правительству, не задумываясь, если ты не сможешь быть ему полезен. Ага. Опа-на. Изучение мутантов. Интересно и полезно. Так, наверх это куда нам? Нельзя? Почему? Вы же сами сказали наверх, ё-моё, чё за подстава? Куда валить-то, алё, народ? Итак, для начала тебе надо понравиться Редстоуну. Если ему понадобится решить проблему, сделай это. Иначе ты все равно, что покойник. И ничем не сможешь нам помочь. Сможешь сыграть в его игру. Ага, рост влияния. Подожди. Люблю взрывы и щекотать нервы правительству. Если ты и вправду так хорош, как говорит Элизабет, то мы с тобой точно сработаемся. Подожди, наверх. С кем он сказал познакомиться наверху? Чё за бред? Я поработал над технологиями правительства и, скажу тебе, наткнулся на нечто удивительное. Мне удалось соединить несколько модулей и создать прибор, который, будучи активирован, наносит добавочный урон. Но только пока хватает батареек. Детали для него найти непросто, но вещица весьма полезная. Вот схема. Уверен, тебя порадует. Схема усилителя.
Ты должен знать, мутанты появились не из-за космической радиации, принесенной астероидом. Они являются результатом экспериментов правительства с нанотритами и людьми. Неудачных мутантов попросту выбросили как мусор в пустошь, где те и размножались. Вот правда, которую нужно рассказать людям. Да, я за правду согласен. Подожди, ну тут же вообще нету никаких вариантов подняться. Или есть? Нет? Кошмар. То есть я обязательно должен квест сначала взять, да? А с кем вверху-то познакомиться? Какого хера? Короче, я ничего сделать не смогу, да? Сможешь сыграть в его игру? Да. Да, и вот еще что. Разберись, как устроена жизнь в городе. Помогай жителям. Когда освоишься, мы перейдем к более серьезным задачам. Все, пора тебе подниматься. Да-да, ты такой крутой, подниматься пора. Ладно, окей. Понятно. Давай. Ага, она сама опускается и поднимается. Так, ты наш новенький? Добро пожаловать в подземку. Я Сол, управляюсь тут с гаражом, хотя моя Дита? Главная задача охранять лифт, чтобы щейки правительства его не нашли. Так, тебе нужно кое-что знать. Твой гаражный отсек за этой дверью. Если повредишь тачку, я сделаю ремонт и отбуксирую, если надо. Внизу ведущий гонок. На этом этаже бар. Но сейчас тебя должен заботить Редстоун. Его кабинет наверху. Без его разрешения тут ничего не делается. Иди к нему немедленно. Да, да, да. Ваш Редстоун тот еще говнюк. Так, подожди. Ты меня типа пропускаешь, да? Нихера тут территория. Ты тут недавно? Да. Ну, добро пожаловать, раз пришел. В подземке есть все, что душе угодно. Нужны гонки? Иди вниз. Хочешь продать что-нибудь? Наверху ждет Яни. Тебе здесь понравится. Да, вроде тут уютненько. Это что за хата? В пустоши? Серьезно? Я могу отправиться в пустоши? Эй, путник, хочешь подзаработать? Хозяин бара Брик Джонсон жалуется, что бандиты воруют его бухло. Ищет, кто бы мог решить проблему. Поговори с ним. Хозяин бара? Нихера тут территория. Еще не встречался с Редстоуном. Иди не задерживай его. Клинт Иствуд, что ли? На рбу? Нихера тут территория, проспект. Да я тут затеряюсь в этих местах. Ага. Тут чуваки что-то чинят. Их вообще можно не трогать. А это что за территория? Игры. Автопарк. Что-то я тебя не помню. Свежак? Да-да, сука, блядь, свежак. Обвес запчасти! Ну, привет. Добро пожаловать к Спарке. Лучшие запчасти и обвес вне столицы. У меня есть все для езды агрессивной, безопасной и, главное, быстрой. Ну, давай. Посмотри сам, не спеши. Только не возникай. Что-то пусто у него. Привет.
Да, привет, я понял, что тут у вас какое-то затишье перед бурей. Что, жаждешь скорости? С тобой, да. Ты симпатичная. С тобой бы я прям по всем бы фронтам мимолетным. Так, нет, подожди. Нам наверх. Наверх. О чем мы тут еще могли проебать? Мы не обслуживаем тебя. Ты здесь новенький? Да. Это что такое? Подожди. Жизнь тут не сахар. Работаем в поте лица, но у нас на шее сидят редстоуны правительства. Так что мы едва сводим концы с концами. Мы только мечтаем. Позволь дать тебе совет. Не зли Редстоуна и не привлекай внимания правительства. Такие проблемы тебе ни к чему. На, пятница-развратница, вот это у тебя прозвище. Так, подожди. Внимание, гонщик. Оу, капец тут территорий. Объявляет о рекордном снижении цен. А что наверху-то? Рады тебя видеть. Нифига тут территория. Тун-турун-тун-тун-тун. Так. Ладно, гитары гитарами, а это что за территория? У меня есть отличное предложение. Да тут у вас вообще какая-то большая территория, я бы сказал. Что это такое? Привет, зайка. И что же я еще могу для тебя сделать? Я Яни. Продаю, покупаю, тем и живу. Товары как простые, так и элитные. Все, что нужно, у меня есть. А если нет, скорее всего, тебе это и не нужно. Итак, что ты ищешь? О, нифига тут реколюхи. Ага. Крылопалки, значит, да? С тобой приятно иметь дело. Спасибо. С тобой тоже. Ты здесь недавно? Ты кто? Припасы можно купить у Яни, но самый лучший выбор у Стью. Если ищешь что-то особенное, иди к нему. Стью, это тот хрен, что ли? Майор. Майор Ред какой-то. Прикольно. Участие в гонках приглашаются все лучшие водители. Добро пожаловать, я Стью. У меня всегда есть товары, которые я продаю со скидкой. Хочешь взглянуть? Подожди, ну? В смысле? А есть еще что-то или только матрешки? Да, понятно. Ладно. Ассортимент часто меняется. Да я не сомневаюсь, что у вас ассортимент меняется. Так. А чё у нас внизу? Ладно. Ты кто? Эй, парень, иди, не заставляй босса ждать. А, так это ваш хер-майор? Нихера себе крутой мужик. Ладно, я думаю, к майору мы сходим попозже. Мне интересно тут еще полазить. Тут мы что-то, да, салун или что это? Ого. Сол. Гараж.
А, это мы назад вернулись, серьезно? Ладно. Я думаю, этим мы уже займемся в другой раз. Подземка. Да, подожди, тюрьма правительства, можно перезаписать. Мы это уже выполнили. Так. Этим мы уже займемся в другой раз. Подземка. Ага. Ладно, еще раз подземку нажмем. Вот. Так что, в принципе, всем спасибо за внимание. С вами был Казоку Фэмили. Мы с ростом влияния с Редстоуном уже поговорим в следующий раз. Можем еще тут полазить. Можете обязательно, ну, без стрима полазю. Вот. Ну, в принципе, поиграли. Всем спасибо за внимание. Не забывайте про лайки, про репосты и приглашать друзей. Ну, а всем до новых встреч. С вами был Казоку Фэмили. До встречи, ребятушки, хотел сказать. Всем пока-пока.